Всем привет! Сегодня у нас 11 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Показываю фазу обработки диплоидных слив, алычи и обычных слив. В данный момент показываю фазу открытия почек диплоидной сливы Ozark Premier. В эту фазу нужны обработки от таких заболеваний, как кокомикоз, клястероспориоз и манилиоз, чтобы уберечь в дальнейшем наш урожай от таких грибковых заболеваний. Плюс в данный момент вылазят уже почкоеды, долгоносики и наносят большой урон нашим деревьям. От них мы будем работать такими препаратами, таким препаратом, как NGO. Это инсектицид, отлично работает по долгоносику, тле и почкоеду. Хор уже отлично работает по низким температурам в начале вегетации, от 5 до 15 градусов, работает изумительно. Главное, чтобы ваш препарат был оригинальный, не подделка. Подделки не работают, говорю сразу. Вот можно видеть, какая фаза. Это Ozark Premier. Вот рядышком деревцо, это Анжелена. Вот такая вот фаза почки в данный момент. Вот покажу, каким препаратом я работаю. Хорус и NGO. Вот эти два препарата замешиваются в один бак на 10 литров воды и обрабатываются наши деревья в нашем саду в этот период вегетации. Это обязательная обработка, если вы хотите получить отличный урожай в последующем. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду снимать обработку после цветения, при нарастании плодов, чем я буду обрабатывать и как. Придерживайтесь моих рекомендаций и будете каждый год с отличным урожаем слив, диплоидных слив и алычи. Всем спасибо за внимание. Всем пока.